открыт интернет-магазин Макшоп. Сегодня мы с вами посмотрим рюкзак школьный с космическим принтом. Такой коричневой расцветки. Материал фасада выполнен из синтетической ткани. Очень приятная и мягкая на ощупь. Ткань не линяет. Все прошито очень хорошо и качественно. Можете посмотреть под натяжением, в принципе, не видно даже ниты, которые там прошиты. Сзади материал спинки — это холщовая ткань черного цвета, очень такая прочная и тоже не линяет. Из этого же материала выполнены ручки и дно рюкзака. Опять же, все хорошо прошито двойной ниткой. Фурнитура рюкзака, вот все хорошо качественно прошито, то есть рюкзак очень прочный и фурнитура тоже прочная. Опять же таки, она тоже хорошо прошита и может рюкзак выдержать достаточно большой нагрузки. Итак, карманы, какие тут есть, их очень много, сейчас все покажу. На фасаде есть один передний карман, вместительный, можно положить телефон, кошелек, какие-то другие мелочи. Хорошие собачки, хорошая молния. Очень качественно. Тут даже какое-то дерево нарисовано. Лейба есть. Ну, все очень легко открывается, закрывается. Есть боковые карманы. Можно положить бутылку воды или, опять же таки, какую-то мелочь. И теперь главное отделение, главный отдел. Вот здесь черная подкладка, очень большой вместительный рюкзак, даже по дну он 17 сантиметров, то есть сюда легко влезет 5-7 книг и легко можно их носить. Есть два боковых кармана на сеточке, опять же таки можно положить какие-то мелочи и, не знаю, бутылку чего-то там. Есть отдел под ноутбук. Тут тоже уплотнено защиты. И есть небольшой карман на молнии. То есть он где-то на четверть спины. Не очень крупный. Опять же, можно положить мелочи. Все прошито хорошо. Подкладка на ощупь тоже приятная. И никаких... Вот такой вот рюкзак. Рюкзак вместительный. Можем проверить и положить сюда ноутбук. Ноутбук лезет, я думаю, что где-то в диагональ 15 дюймов. Вот ноутбук. И пробуем его сюда положить. Ну, легко зашел. Все легко закрывается. Легко поднимаются, все защищено, ударить его и разбить очень сложно. Спасибо за внимание. Наличие и цену уточняйте на нашем сайте. И всего хорошего, подписывайтесь на канал.